В спортивно-развлекательном комплексе «Рио» в Чедерлунге прошли соревнования по плаванию. Таким образом, организаторы решили провести итоги годового обучения детей в группах от 6 лет и выше. Способы плавания для спортсменов – это кроль на спине, брас, кроль на груди. В рамках соревнований мы проведем заплывы на разных дистанциях. Самые маленькие наши детки проплывут по одному бассейну. То есть по 25 метров. Все остальные детки, которые претендуют на поездки, на соревнования республиканские, будем надеяться и на международные старты, будут плыть на дистанции по 2 бассейна, то есть по 50 метров. Инициатива проведения соревнований по плаванию пока только в рамках города принадлежит руководству спортивно-развлекательного комплекса «Рио». Они считают, что это послужит популяризации как спортивного плавания, так и в целом здорового образа жизни. Мы давно планировали, давно хотели провести такое соревнование. Это очень хорошо мотивирует детей. Это очень хорошо мотивирует и родителей для того, чтобы дети занимались, становились здоровее. Многие родители пришли поддержать и посмотреть на успехи своих детей. Они рассчитывают, что их маленькие пловцы, которые всего несколько месяцев назад стали на воду, покажут достойные результаты заплыва. Мой ребенок ходит с Нового года, это значит пару месяцев. Я полностью поддерживаю наше увлечение, потому что я был инициатором того, чтобы наш ребенок занимался плаванием. Я думаю, если ребенок в дальнейшем будет также заинтересован, мы как родители тоже заинтересованы, будем еще долго-долго заниматься. За первые три места организаторы соревнований предусмотрели медали, почетные грамоты для призеров и участников и сладкий стол. Комплекс «Рио» был официально открыт около 2 лет назад. Здесь самый большой и единственный крытый бассейн в Гагаузии, готовый принять посетителей круглый год. Параллельно в комплексе функционирует фитнес-клуб, тренажерный зал и секция по единоборствам.